Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу. Без вложений, без ПТС. Вчера я сделала очередной вывод. Вот основной баланс 85 рублей. И мне ежедневно я захожу, просматриваю YouTube видео и ПТС объявлений. 5 видео мне доступно и 13 объявлений. Вот по 16 копеек вот мне идет начисление. Значит, вывод средств. У меня сделан апгрейд. Как бы, и мне минимум вывод доступен от 75 рублей. Кто работает на бесплатной основе, вывод минимальный от 100 рублей. Значит, комиссию они берут 2%. Так, история. Я вчера уже поздно вечером ставила. Я думала, они будут, пойдет вывод на модерацию, а потом уже заплатят. Но вывод пришел инстантом. Я сразу заказала. Это было в 10 часу где-то вечера. Поздно. Ну, поставлю с вечера, чтобы утром уже денежка была на кошельке. Но вывод пришел сразу. Вот 2% комиссии, 83 рубля. Ну, плюс Payeer берет комиссию. Вот письмо мне пришло, что заявка на вывод в размере 85 рублей была успешно подтверждена. И средства были переведены на ваш кошелек. Так, переходим в Payeer. Дата операции 3 декабря. Вот 21.22. Перевод выполнен. Ну, с учетом комиссии 82.65. Все замечательно. Букс платит. Я в целом довольна буксом. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.